большой привет! Посмотрите, сколько красоты лежит на моем столе. Заказала я недавно, вдохновившись наступлением весны, заказала я себе такую посылочку из интернет-магазина Scrub Home. И вот хочу с вами вот этим обзором покупок для того, чтобы в комментариях под видео вы написали, из каких материалов вы бы хотели увидеть следующий мастер-класс. То есть у меня сейчас, как вы знаете, да, детки, и немного такое творческое затмение, но хочется, мне очень хочется снять для вас мастер-класс, и давайте вы мне поможете. То есть не я буду думать, да, из чего же, что и как, а вы вот прям, если вот... Какой, например, какой набор бумаги наиболее количество голосов соберет, да, и я уже тогда буду непосредственно думать об этом, да, вдохновлюсь и попробую, конечно, снять что-то для вас интересное. Хочу пару слов сказать о самом магазине. Находится он территориально в Барнауле. Я живу в Ульяновске. И смотрите, доставка заняла всего лишь 5 дней. Заказ я сделала в понедельник, мне его очень быстро собрали, и в субботу я уже получила свою долгожданную посылку. Доставка у них сейчас бесплатная от 1000 рублей. Выбора бумаги очень много. Магазин этот люблю из-за выбора бумаги. И если кому будет интересно, ссылку на магазин оставлю под видео. Это не просто интернет-магазин, это группа ВКонтакте, в которой каждый день постится очень много информации. Различные мастер-классы, различные картинки, да, фотографии. Итак, пожалуй, начну я вот с этого набора бумаги. Можно сказать, что заказ в этом магазине я делала из-за того, что наконец-то я нашла этих зайчиков. Гонялся за ними очень давно. Коллекция от фабрики Декору. Такая она тематически под день рождения, да, для каких-то работ. Но я думаю, просто для детских работ тоже она будет здорово смотреться. Не знаю, что и когда я буду из нее делать. Вот просто вот хотела я ее очень давно. И поэтому наконец-то нашла и сделала такой, да, ну, большой заказ в этом магазине. Смотрите, заказала я набор 20 на 20. И к нему вот такие вот пару листочков 30 на 30, они в основном для вырезания, такие милые зайчики, и различные карточки. К ним же, да, нашла опять же в Scrub Home я фишки, вот такие зайчики, их не только, да, вместе с этой бумагой можно использовать, но в любой... Также заказала еще вот таких зайчиков, они пасхальные, не от этой фирмы, но просто захотелось мне как-то попробовать обыграть в будущем и вместе с этой бумагой. И сюда же отнесу, покажу вот такие фишки. Они также от фабрики Декора, но из другой коллекции. Но кажется, то, что для детских работ они тоже будут здорово смотреться. Так же, как и за предыдущими зайками, также и за этими оленями я гонялась очень давно. Искала в различных магазинах, но никогда не успевала их купить. Вот эта коллекция бумаги весенняя с оленями очень мне нравится. Тоже от фабрики Декора. И к ней заказала вот такой лист карточек. В магазине можно как брать наборы бумаги, так и полистно. И вот такой вот листочек к этой бумаге также, думаю, в работах мне пригодится. И раз уж мы говорим о фабрике Декора, покажу вот такую коллекцию бумаги. Тоже я ее заказала. Она не новая, она мне просто очень нравится вот этими фоновыми розами. Возможно, где-то она пригодится в каких-то женских нежных работ, возможно, даже и в детских. Уже упоминала, что в магазине можно, кроме наборов бумаги, взять и бумагу поштучно. Выбрала я себе несколько фоновых листов, потому что они пригодятся всегда. Их добавить, разбавить какую-то коллекцию, либо на те же обложки, на паспорт, на внутреннюю сторону. Вот такие фоновые. И вот такой вот лист с вырезалками. Понравилось мне кружево и цветы. Можно будет тоже добавить куда-нибудь в работу. Листочек вот этот от фабрики Декору. А вот эти три от Scrub, а даже четыре с зайками, это, по-моему, все в Scrub Мир. Такие хорошие, милые. И говоря о Scrub Мире, хочу поделиться с вами то, что я наконец-то купила себе коллекцию с Алисой. У Scrub Мира вышла замечательная, просто волшебная, сказочная коллекция. «Алиса в стране чудес», «Время мечтать». Бумагу открывать не буду, думаю, можете посмотреть ее у производителя, но, в принципе, так же, да, как и высечки. Вот заказала я себе еще высечки. Открою их, просто как бы, да, вдохновить вас, чтобы вы немного посмотрели, какие вообще, что это за дизайн, какие волшебные, просто вот как будто из книги, со страниц книг, вообще рисунки, графика, вот это вот эти картинки, вот она, Алиса, чтение. Но я вот просто очень вдохновилась и
заказала себе бумагу 30 на 30 и вот такие вот высечки. Хотя, знаете, цвета достаточно темные, но я уверена, что любой детский альбом просто будет вообще сказочный. Бумага, которую я приобрела от Арт Узора. Честно признаюсь, я никогда с ней не работала. Немного привзято относилась к этому производителю, но не могла устоять от вот этого принта. Вообще вот это сочетание зеленого крафта натурально древесного мой любимый, и поэтому взяла попробовать что-то. В принципе, тематика она свадебная, и, возможно, вот что-то такое нежное, свадебное. Многие у меня спрашивают, пишут в комментариях, что за магнитики, что это такие за маленькие магнитики, которых не видно между страничками. Девочки, вот это они, я их использую в подложках, то есть в закрывашках на подложке, просто как закрывашки. Это они очень сильно магнитят, достаточно сильные. Толщина у них буквально один, даже, наверное, полмиллиметра. Они очень тонкие, действительно, практически не чувствуются на страницах, когда вы их используете в альбомах. Они очень сильные. Вот. В этом магазине они есть для многих, потому что проблема их найти. Вот в Scrap Home они есть. В завершении своего обзора покажу, что каждый раз этот магазин присылает просто здоровский подарок. В основном это, как правило, высечки. Девчонки, теперь осталось дело за вами. Я вам показала, что у меня есть. Теперь напишите вы мне, из чего бы вы хотели, да, в ближайшее время увидеть какой-то мастер-класс. Либо просто работу. Но, скорее всего, наверное, вы захотите мастер-класс, чтобы я что-то для вас сделала. И, если честно признаюсь, я склоняюсь к работе с зайчиками. Но, в принципе, мне также не терпится порезать Алису. Поэтому, девчонки, давайте помогать, чтобы я уже не думала. И вскоре что-нибудь я вам обещаю выдам. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Всем пока!